Здравствуйте. Сегодня вот случайно у себя на столе заметила, что в принципе моя косметичка очень отлично подходит к одной из записных книжек, и нашла о ней маленькое видео, когда-то записывала. Это записная книжка Эпидея. Кто производитель, неизвестно. Невероятно красивого цвета. Вот она при дневном цвете, как вы видите сейчас, не так проявляется. Это такая ленточка у нее вообще красивая. Это такой верблюжий цвет, а даже больше к темной карамели. Книга, записная книжка А5, бумага 80, разметка в точку 5×5, классическая. Ну, я бы не сказала, что она совсем такая незаметная разметка, но очень приятная, достаточно приятная. Что меня поразило, какая она гладкая, такая вот шелковистая просто. Я удивилась, потому что давно не встречала такую шелковую бумагу при плотности 80. Сзади вы видите inner pocket, внутренний карман, конечно, есть с шелковыми такими вставочками атласными, тканевыми, закругленные уголочки. На этом видео вы еще видите эту записную книжку с петелечкой. Нам, конечно же, производитель говорит, что он продает недорогие записные книжки, вернее, даже не производитель, я вот где покупала, я нашла, что говорит о недороговизне. Ну вот она в самом деле недорогая, я думаю, что это в районе до 200 гривен, и петелечка оторвалась со временем. Ну ничего, книжка очень классная, записная, и я подумала, что вот можно прямо такую красивую пару элегантную составить. Вот продукт, который там стоит 3-4 доллара, может выглядеть реально очень красиво. Она элегантная, она очень приятная на ощупь, бумага великолепная, напомню еще раз, и вот такую красивую пару можно брать с собой на какие-то встречи, поднять себе настроение, просто сесть поработать. Ручки подобрала, посмотрите, пожалуйста.